Второй ребенок может разрушить карьеру ведущей, так как времени у нее не останется вовсе. В декабре прошлого года в семье ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова родился сын Михаил. Только в последние месяцы перед родами знаменитость решила рассказать о своем интересном положении, да и то только потому, что скрывать большой живот уже было фактически невозможно. В последнее время знаменитая ведущая и путешественница очень много рассказывает о своем ребенке, из-за чего ее фанаты подозревают, что на одном сыне они с Топаловым останавливаться не собираются. Но, вероятно, беременность ведущей может произойти даже раньше, чем рассчитывали поклонники, ведь в одном из новых видео Тодоренко показала округлившийся живот. Действительно ли ведущая опять беременна? Почему на видео она кажется такой напряженной и вместе с этим печальной? Пока ответы на эти вопросы покрыты пеленой таинственности, но можно предположить, что второй малыш сейчас, когда не прошло и года с момента первых родов, может оказаться обузой для звезды. Более того, нужно понимать, что столь скорая беременность – это огромный удар по здоровью женщины, ведь нужен как минимум год или два полное на восстановление женского организма после родов. Впрочем, в прошлом, когда не существовало надежных контрацептивов, женщины так и беременели, только родили одного, а уже опять с животом ходили. И, как ни странно, тогда сами роды проходили в целом нормально.